Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вместе с вами продолжаю проходить игру Ryzen 2 Темные воды. У нас сегодня намечается финальная серия, ибо в прошлый раз я как бы закончил практически все наши второстепенные дела, помог Пэти найти сокровища ее отца, в частности добыть ожерелья или драгоценности просто ее матери. Также немножко подтянули наше владение копьем, ну и, конечно же, закупились всем возможным провиантом. Теперь я со спокойной душой отправлюсь в храм воды. Что нас там ждет, я думаю, мы можем только гадать. Пришло время поменять курс. Есть, капитан. Но в любом случае будет не очень хорошо. Так, смотрите-ка. Храм воды, оказывается, буквально-таки в центре карты был. Довольно-таки странно, что это такое скрытое и никому неизвестное место, если находится так очевидно. Разве что Кракен там всех топил. Что, кстати, вполне возможно. И я про него, между прочим, практически забыл. Сейчас вот только вспомнил. Как бы точно такое не к добру. Ну что ж. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы сели на мель. Хуже. Я уже знаю, да. Это просто было предсказуемо. Не сломай мой корабль, сволочь. Осторожно, в сторону. Ой, жесть. И что мне предлагают? В него метать? Ой-ой-ой. Издеваются, что ли? Ну-ка. Тихо-тихо-тихо. Повезло. Ага. Все, понял. Есть, попал. Превосходно. Довольно-таки несложно, практически так же, как и... Ладно. С големом, помните? Или титаном земли боролись. Эй, ты где? Только не скажу вам, сколько мне надо будет в него метать копья, и боюсь, я буду мазать сейчас. Ну, я ж сказал. Мне третьим глазом, что ли, обзавестись, чтобы смотреть, где он... Ох, как повезло-то. Не надо так делать, Кракен. Ай-яй-яй. Сволочь. Тихо. Вот так тебе, кушай. С этой стороны появится или стой? По-моему, тут, да? Открой рот. Нормально. Ой, ой. Тихо. Ну, покажись ты. Пойдет. В ту сторону ушел. Ну давай же ты сдохни уже, а? Немного муторно. Согласитесь.
Несложный, в принципе, бой, и я думаю, будет несколько этапов. Или нет? Ужас. Изо рта-то воняет, парень. Мара? Нежданчик. Как-то слишком просто. И не говори. Как будто бы она поддалась, что ли, ну. Нельзя упустить эту тварь. Она не уйдет. Курс на храм. Да вообще мне не помогали, кстати. Вся команда словно бы, ну, штаны наложила. Хоть бы из пушек постреляли. И то хлеб бы был. Ну, хоть какая-то помощь, согласитесь. Найден храм воды. Так, ну, ладно, давайте поговорим с ребятами и посмотрим. Может, мне дадут их всех с собой взять, ибо не так уж просто, я так понимаю, будет сейчас. Да, вот оно! Так я себе это и представлял. И вот теперь я действительно стою тут и сам вступлю в большую битву. Это как раз то, что тебе надо, правда? А чего ты ждешь? Чтобы я расплакался? Лучше нам пойти искать Мару, пока она не нашла нас. Ну ладно, понял. Не надо ждать так долго. Сейчас она слаба. Поговорить мы сможем и потом, когда все закончится. Я, кстати, хочу с собой чайник взять. Пойдем со мной. Да. Да, парень. Дело становится серьезным. Я хоть и не знаю, что происходит на той стороне царства мертвых, но просто сделай так, чтобы до этого не дошло. Ладно? Окей. Вот она, цель нашего долгого путешествия. Да, долгого и трудного. Не нагнетай, сейчас удобный случай, Мара ослаблена. Тогда вперед. Тогда вперед. Помнишь первое правило? Не умирать. И если я буду тебе нужна, только скажи, ладно? Нет, я тобой очень дорожу. Твой последний храм. Как правило, это самое сложное. На этот раз у тебя будет помощь. Это уже лучше, чем в прошлый раз, верно? Да. Мы должны сохранять спокойствие. Только тогда мы сможем одолеть Мару. Так, дайте-ка... А, не то. Ищешь еду? Остальная борода мне понадобится. Так, Джафар. Большой храм. Многие сокровища, но Джафар страшный. Мне тоже не по себе рядом с этой штукой, малыш. Мы теперь очень осторожны, да? Угу. А ты что скажешь? Не дай этой сучке обмануть себя. Я постараюсь. Ты справишься, парень. Скоро Южное море снова будет принадлежать нам, пиратам! Ты слышала, тварь? Я пришел с тобой поквитаться! Так, ну ладно. Идемте в бой. Так. Так. А, команда все-таки помогает, вы смотрите. И лечит. Это хорошо. В
принципе, мне всякое добро здесь не очень так уж и нужно. Ну, любопытство. Сейчас посмотрим, что будет в первом сундуке. Так, вот так, вот так, вот так. Ага. Неплохо. Не стоит оно того, в общем. Ты куда валишь? Так. Да не говори. Всем тавонгам тавонга. Ну, Мара, выходи, шалупонь такая. Я один остался. Классно. Застрели ее быстрее. Она сейчас восстановится. Это живая вода. Я стопудово чувствую. Я. Ты. Больше ты не перейдешь мне дорогу. Хай, да ладно. Это мы еще посмотрим. Тихо. Слушайте, что она накладывает на меня? Ой-ой-ой. Так, уйдите, гады. Да, ё-моё. Давай, Мара, без этого. И без того нелегко. Тут мне еще добивание грёбаное показывает. Спасибо. Нет, согласитесь, это эффектно, но не совсем то, что мне сейчас надо. Ладно, считается. На. И еще раз, ну. Боги, великолепное добивание в исполнении нашего главного героя. Это именно то, что мне сейчас нужно. Мне мечом сейчас шею проткнут. Класс. Ладно. Самые сложные ребята, это, по-моему, утопленники. Есть. Так, переворот. И сейчас... Ты там пулять, не вздумай у меня, Мара. Ты где вообще? На. Ах ты. Держи. Ой-ой-ой.
Нехорошо выходит. Тихо, тихо. Так, есть. Ой, сейчас надо откат делать. Ну что ж. Ты где? Мара? Опять ты своих удодов на меня хочешь напустить? По-моему, с каждым разом будет все больше, надо. Как-то с ней справляться. Так, минус. Как-то всего не так просто, как хотелось бы. До свидания. Так, сейчас одного оставим, а потом за Мару примемся. Ох ты. Нехорошая тварь какая. Так, ну и давайте ее уже в конце концов прикончим. Есть. Хух. Не сложно, но муторно. Неужели все? Окей. Вот оно как. Эти чани, а где все остальные? Вот сука, думаешь, она может превратиться обратно? О, радикально, кстати. Нет. Да. Вот чего они в древности не додумались так сделать? Ведь наверняка они тоже обратили ее в камень. Сыкотно, что ли, им было так поступить? Неужели у нас будет вот такой финал? Пафосно, конечно. Пафосно. А, ну и это все-таки не конец. Нам дадут немножко
осмотреться. Мары, как не бывало, кстати. Бедный наш кораблик. Что ж, давайте со всеми поговорим. Вот видишь, я же говорила, что мы расправимся с Марой. Не теряй так надежды, крошка. Если бы это было легко, любой бы с этим справился. Как бы то ни было, мы победили эту гадину и все еще живы. И что теперь? Ты капитан, и после большого боя команде захочется услышать какие-то ободряющие слова от тебя. Это гораздо проще, чем сражаться с гигантским чудищем. Хорошо. Хорошо, я обращусь к команде. Хорошо, как закончишь, приходи ко мне, я буду ждать. Окей. Большая драйса, плохие хрены, все мертвы. Да, я тоже. Мата пришел конец свой путешествий. Ты называешь это путешествием? Мы вообще-то мир спасли. Но Джафар еще не пришел конец свой путешествий. Ты говоришь о своей аурикульче? Нет, аурикульчи. Плохо, плохо. Мы его найдем? Мы его найдем. Найти? Конечно, найти. Джафар, давно найди аурикульчи, сукада. Это же здорово. Почему ты ничего не говорил? Джафар не может его иметь. Как то? Аурикульчи умота. И Джафар не хочет забирать его. У меня? Твой аурикульчи у меня? Плохо забирай умота. Плохо. А что это? Особенное сокровище мота. Очень особенный, сука, да. Шляпа мота. Моя что? Она была шляпа Сталь Бороды. Самый великий пират. Теперь шляпа мота. Теперь мота самый великий пират. Шляпа. Самые ценные штуки, что видает Джафар. Хочу. Джафар, хочу. Да, действительно, так бы сразу и сказал. Так сразу бы и сказал, эта шляпа твоя. Ты отдавай ее мне. Мота добрый, щедрый хрен. Ну конечно, ведь теперь ты уже не мой пиви. С этого дня ты взрослый гном и можешь носить звание мота. Ипи, гранито пола фамоса, большой радуй. Ладно, малыш, ты это заслужил. Мы теперь плыви на остров Джафар. Ага, погоди. Этого я еще не знаю. Тогда скоро, скоро. Ты лучший друг Джафар, человек. Умный и храбрый хрен. Да, ему все равно надо подтянуть немножко разговорную речь. Ченни, ты там не заболела? Злая женщина, нехорошая Вуду. К счастью, недостаточно могучая. Нет. Все равно было бы лучше изучить ее силы, чем убивать ее. Ты хочешь научиться превращаться в кракена? Нет. Мара не тратила силу там, где ее слова могли сделать больше. Правда? Да. То, как она манипулировала мужчинами, было впечатляюще. Ты считаешь, что лучше не драться? Ты изменилась. Я же учусь. Знаешь, ты и так намного приятнее. Хорошо. Лучше нам пойти. Плохое место. Да, немногословное, Чани. Ну, у нас еще есть друзья. Упрямая гадина! Вцепилась в жизнь, как стервятник, в свою добычу! Да, с ней не расслабишься. Ну, теперь ей конец. И мы можем отсюда проваливать. Ну да. Ну а сейчас ты как себя чувствуешь? Мне никогда не было лучше. Благодаря твоей помощи эти жуткие видения наконец прекратились. Чего только не сделаешь для своей команды. Да, ты хороший капитан. Хотя я бы мог внести несколько раз предложений. Предполагаю, что сейчас прозвучит.
поэтому лучше оставь это для себя. Ну ладно. Может, позже. Понятненько. Свят, свят, свят. Вот это да. Да, вот теперь конец. Я сыт по горло. Насколько я тебя знаю, такой настрой ненадолго. Спорю, что через пару недель ты снова будешь по уши в неприятностях. Как это мило с твоей стороны. Не знаю. Протянуть тебя, что ли, под килем за такое замечание? Это ничего не изменит. Я знаю таких, как ты. Ты ведь по праву наследник Стальной Бороды. У него всегда был талант попадать в неприятности. Посмотрим. Вот увидишь. Так. Ай, опять я не то нажал, извиняйте. Сейчас хочу Стальную Бороду вызвать, собственно. Для того, чтобы узнать его мнение. Может, он наконец-то упокоится с миром? Нет? А нет, да. Не очень-то было сложно, правда? Мне было достаточно. Я бил врагов и посильнее, парень. Но это еще не все. Теперь мы займемся мятежными капитанами. Нельзя дать этим предателям уйти безнаказанно. Они все мертвы. Правда? Ну, туда им и дорога. Но с кем мы тогда деремся? Не расстраивайся. Сейчас все спокойно, но ведь так долго не бывает. Следующий враг еще сам нас найдет. Ха-ха. Вижу, я выбрал себе в компаньоны настоящего рубаку. У тебя невесты, нет? А то у меня есть дочка-красавица. Пэтти, да, я с ней знаком. Серьезно? Отлично, парень. Отлично. У нее славный характер и добрая душа. Она тебе понравится. Я знаю. Конечно, значит, все устроено. Вперед, пират, чего мы ждем? В море! Да, печально, правда, что в третьей части уже будет другой герой. Хотелось бы развития отношений с Пэтти, что там интересного будет. Ну ничего. Элдрик, что ты скажешь? Я горжусь тобой, мой мальчик. Ты все сделал превосходно. Я знал, что могу на тебя положиться. Теперь Южное море снова сможет вздохнуть спокойно. В следующий раз я подготовлюсь получше. Надо сказать, не все прошло гладко. И все-таки ты справился. Маре пришел конец. Ее армия повержена. Что будешь делать теперь? Когда-нибудь мои странствия приведут меня в Кальдеру. Я всегда хотел посетить их библиотеку. Я слышал, это удивительное место. Снова книги и исследования. Это все, что тебя интересует? Если мои скромные знания помогут сохранить равновесие в мире, то да. Эпоха мира. Это звучит так... Скучно и уныло? Не волнуйся, мой друг. В нашем мире покой – временное явление. Ну что ж, похоже, все. Ну, Пэтти, я готов. Так, все, мне хватит. Уходим отсюда. Да, давай поскорее исчезнем отсюда. Пока мы не отплыли, я хочу сказать тебе одну вещь. Угу. Да? И какую же? Ну, я знаю, что иногда я могу быть чудовищем, и я, конечно, это редко говорю, но... Да. Спасибо тебе. У тебя все хорошо получается. Эх, ребята. Да, последний бой оказался не таким трудным, но все равно захватывающим. Команда жива, мы с вами живы. Все прекрасно. Корабль немножко потрепал, но ничего, у нас там порядка 14 тысяч золотых, по-моему, оставалось. Хватит на починку. А мы тем временем уплываем в закат, как настоящие суровые герои. Еще бы взрыв. Для полноты. Да, у Piranha Bytes в очередной раз вышло сделать хорошую игру и при этом сильно отличающуюся от предыдущей части. Ведь многие плакали
и сетовали, что первая часть Райзена — это по сути готика, только под другим соусом. Да, я согласен, но именно это было круто. Райзен первый мне очень нравился, ну и второй в принципе тоже не подкачал, хотя тематика пиратов, по-моему, уже капельку заезжена, по крайней мере, из моды вроде бы как бы и вышла. В третьей части нам обещают некоторую смесь нового героя и... По стилистике очень напоминает вторую готику. Там одежда, монастырь и пару скриншотов очень-очень прям напоминает это место. Время покажет. В августе вот обещают релиз. К тому времени, я думаю, я уже смогу новый микрофон получить. Будет получше звук. Пока что пользуюсь SteelSeries Siberia наушниками и гарнитурой. И оттуда микрофон. Другого просто не приобрести. Так что не сетуйте сильно, что плохой звук. Смотрите по возможности в наушниках. По крайней мере, кто смотрит из знакомых, даже и девушка в наушниках, говорит, что вполне хороший звук. А я, в свою очередь, благодарю вас за внимание, за просмотр, за лайки, за то, что вы со мной на канале. Я буду стараться и дальше делать хорошие видео и улучшать их качество. До скорых встреч. Всем вам удачи.